З 6 по 8 березня у Музеї українського живопису відбудеться перформативний проєкт про культуру замовчування. Детальніше про нього розкаже наша наступна гостя, яка вже з'явилася в нашій студії. Так, до нас сьогодні завітала Альона Загребельна, це перформерка та авторка проєкту, власне. Привіт тобі. Привіт. Розкажи про ця серія перформансів, має назву «Хаш-хаш». Да, розкажи, чому така назва? В переводі це «Тіше-тіше». И речь идет о культуре замалчивания. И я смотрю на это явление как человек, выращенный в среде, где культура замалчивания – это была естественность. Естественность бытия и существования. Вот. И проблема вот в чем. Когда с людьми случается какая-то травма, к примеру, вас сбивает машина, вы ломаете ногу, то вас сразу отправляют в больницу, и вам эту ногу лечат. Когда с человеком случается какое-нибудь насилие, сексуальное, физическое, домашнее, которое является психологической травмой, то в связи с культурой замалчивания, скорее всего, человеку не окажут никакую помощь, и чаще всего родственники притворяются, что ничего не происходит, говорят, давай не выносить ссор из избы, давай, почему ты не радуешься, ведь жизнь так прекрасна и так далее, и человек вырастает с незалеченной травмой, и скорее, может ее уже во взрослом возрасте, допустим, если это травма с детства, только залечить, когда он обратится сам к психологу, либо никогда, если он не обратится к психологу, и в этом большая проблема. И я рассматриваю это с точки зрения как бы человека, пострадавшего от этой культуры. И, тобто есть відсоток власного досвіду, так? Да, и для меня это очень важно. Я считаю, что это, вот в этом крутость этого проекта, в том, что я могу поделиться личным опытом и не только как художник прорефлексировать на существование этой темы, но еще и как человек изнутри поделиться своим опытом. Это очень важно. И это уникальная возможность, я считаю так. И этот проект, я над ним продолжаю работать уже где-то полгода. Я его летом придумала, начала докручивать, где-то дорабатывать концепции. И вот итоговая форма — это 3 перформативных дня, лекция от психолога и розмова с митцем в конце. Вот. В течение всех 3 этих перформативных дней я не буду общаться со зрителями ни до, ни после. Ага. Да, я буду общаться только, когда вот будет уже встреча, розмова с митцем. Вот. Наприкінці 3-го дня. Да, да, после последнего перформанса, который, я думаю, что должен как-то простимулировать людей разрывать вот эту вот связь, потому что единственное причина, по которой эта культура еще продолжает существовать, это то, что она передается из поколения в поколение. То, что нам говорят, что это нормально замалчивать такие серьезные вещи. Ну и культура замалчивания в целом, она касается того, что ну, проблематика этой темы заключается в том, что дети все еще не получают в школах сексуального образования, потому что родителям, учителям, людям постсоветского пространства очень сложно говорить на эти темы. Вот. Из-за этого у детей много проблем. У нас было много проблем, и у нового поколения все еще есть с этим проблемы, потому что наше тело, название всех частей нашего тела, это очень важно, родители должны мочь называть их и описывать физические процессы. Да. И когда я говорю сексуальное образование, я имею в виду половое образование, которое начинается с того, что ребенку просто объясняют, что вот твое тело, и никто не должен его касаться без твоего согласия, твоего разрешения на это, и есть такие части, которых вообще никто не должен касаться, кроме врачей в некоторых ситуациях и кроме тебя самого. Вот. И ты можешь касаться своего тела где угодно. Вот. С таких разговоров, а не с того, что люди боятся, что сразу начнется то, что детям в садике начнут рассказывать, как заниматься сексом. Вот, вот из-за таких предубеждений, которые, опять же, произрастают из культуры замалчивания, которая передается из поколения в поколение, мы все как бы, у нас какое-то деформирование
травмированное представление о себе и о действительности. И когда с нами случается беда или проблема, мы беспомощны в этой ситуации, к сожалению. Цей проект ти задумала для кого? Для якої аудиторії? Кому буде цікаво прийти і кому ти порекомендуєш прийти? Я думаю, что всем, кто интересуется современным искусством, всем, кто любым представителям женского и мужского пола, я думаю, всем 18+ людям это будет полезно. Я считаю, что это социальный проект, и для меня важно, что это мой первый такой большой сольный проект, и я хочу с ним после презентации в Днепропетровске поехать в другие города и, может быть, даже страны, потому что мне кажется, что я создала что-то действительно важное и качественное, то, что заденет людей и не оставит никого равнодушным, потому что тема сложная, важная, и нужно ее актуализировать и поднимать, и обсуждать. И я очень рада тому, что будет психолог, лекция психолога. Я не задавала ей особо никаких векторов. Векторов, но попросила ее рассказать о культуре замалчивания в контексте, когда она полезна, а когда она вредна, потому что есть случаи, когда некоторые вещи не стоит озвучивать в нашем обществе, к примеру, ВИЧ-позитивный статус ребенка, который идет в садик, ну и такие подобные вещи, которые могут привести к травле, к угнетению и так далее, вот, потому что наше общество все еще очень не развито в некоторых моментах, и мы, художники, занимаемся этим, стараемся как можем. Розвитком. Да. Хто, до речі, буде психологом і коли відбудеться ця лекція? Марина Поліщук, по-моему, да? Приходько. Приходько, вот. Извини, Марина. Вот. И эта девушка, она волонтер, это психолог, у нее очень много ее всяких наименований, регалий, да, вот, и она волонтер организации «Позитивные женки рухают в сесвит». Вот, это очень важно, я искала именно такого психолога, который бы мог, покажу еще раз, оп. Я искала именно такого психолога, который бы мог осветить, что у нас в городе есть такая организация, где люди могут получать помощь, вот, куда мы можем обращаться. И в начале первые мои попытки найти психолога не приводили меня к результату, который был нужен. Я прямо даже расстроилась, думала, что уже нет у нас никакой такой организации. И потом наконец-то нашла и очень обрадовалась. И я думаю, что это очень круто. И я с этим проектом, когда буду ехать в другие города, моя цель именно в тех городах находить подобные организации, которые могут здесь и сейчас помочь людям, и из этих организаций приглашать психологов, которые будут рассказывать, проводить лекцию, чтобы потом люди могли прямо вот быть осведомлены и обращаться за помощью. 6 березня відбудеться перформанс «Складна розмова». Про да. Що цей перформанс, як він буде відбуватися? Між ким і ким буде ця розмова? Между мной и зрителем это будет монолог, но я не могу раскрывать сейчас всех карт, но это будет о том, что, в принципе, из-за всех вот этих запретов, из-за табу очень сложно говорить о своих психологических травмах, но это необходимо хотя бы между человеком, имеющим травму, и психологом, для того, чтобы сделать первый шаг к освобождению от травмы психологической, то, что нужно начать об этом говорить. Вот. И это очень сложный разговор, именно самый первый разговор, когда ты впервые озвучиваешь это вслух. Это важно. Потом 7 числа будет «Семейное дерево», и там я как раз раскрываю тему того, как преемственности поколений, как передается табуирование, как передается культура замалчивания с воспитанием, со средой, в которой мы находимся. И так как это самый психологически сложный будет перформанс, то после этого я решила поставить лекцию с психологом. И она будет проходить даже в совершенно на третьем или на четвертом этаже отдаленно, отдаленном помещении, чтобы у людей была возможность отсоединиться от этого неприятного переживания перформативного. Вот. И последний будет «Потенциал». Это
о женщинах, о женском отношении к своему оргазму, об озвучивании, опять же, и это будет такой мой анализ того, этого дискомфорта, тишины, скажем так. Твої перформанси, вони відрізняються такою особливістю. Вони дуже цікаві за формою, я маю на увазі. Спасибо. І дуже наповнені змістом, ну, що безперечно. Наприклад, ти там проводила перформанс у фонтані. Був перформанс «Думки» на Гоголь-фесті. Дуже така незвична форма. Щодо форми ось цих перформансів, які будуть у Музеї українського живопису? Чи можеш привикрити завісу, можливо, якісь там будеш задіювати якийсь незвичний реквізит чи щось, що буде там такого незвичного? Я не хотіла би відкривати матеріали. Да, потому что я сделала такие перформансы, которые очень лаконичным высказыванием являются. К примеру, как мой перформанс «Отец», там достаточно однообразного действия, но выразительного, эмоционального и названия. И если я раскрою хотя бы один из таких вот факторов, то у людей это, возможно, их не так сильно парализует, шокирует и застрянет у них в голове, в сердце, не знаю где. В общем, но я хочу, чтобы они прямо погрузились в это состояние дискомфорта, в это состояние отчаяния, в это состояние боли, и после этого смогли бы найти какое-то освобождение в конце и промотивироваться, как, возможно, стоит переосмыслить. Этот проект в целом направлен на переосмысление и отбрасывание всяких устаревших, засевших в голове и у нас внутри каких-то стереотипов, от которых мы можем освободиться. И переосмысление того, что стоит впустить на это место, возможно. Вот поэтому вот как раз очень здорово, что будет профессиональный психолог работать, что она поможет людям, они смогут задавать ей вопросы. И самый страшный для меня день — это будет 6-е, потому что он будет для меня днем откровения, и я надеюсь, что люди оценят это откровение и смогут после этого захотят еще больше прийти и посмотреть остальные перформансы. Ну, ти сказала, що наприкінці третього дня буде з тобою розмова, як з перформеркою. Що ти хочеш почути? Це якісь відгуки, критику, чи що хотілося б почути ось в третій день наприкінці третього дня? Я надеюсь, что люди, возможно, это побудит кого-то поделиться какими-то своими историями. Может быть, нет. Или... Это будет сложно, я думаю. Но в основном я как минимум расскажу о том, почему я использовала в каждом перформансе именно такие знаки, такие образы. Вот, что они значат в контексте целого явления культуры замалчивания в каждом конкретном перформансе, и что они значат лично для меня, почему я выбираю именно этот материал, именно этот цвет, именно эту структуру языковую, потому что это все такая еще презентация меня как художника, как перформера, и это часть моей жизни, которая меня сформировала довольно-таки сильно и серьезно. Ну, в общем, будем делиться историями, болтать и обниматься, и плакать, возможно. Куди, коли приходите, дізналися, 6, 7, 8 березня, нагадуємо, куди приходите, у котрій і який поверх, де, власне, шукати ці перформанси? Так, Музей української живописі в 7 часов в п'ятницю, 6 числа, начало, 7 етаж, складна розмова. Вот. Потім 7 в 4 «Семейное дерево», и сразу после этого лекция психолога. И 8-го «Потенциал» в час дня, и «Размова» с МЦМ после. Все предельно ясно, все это расписание есть в сети, можно его найти, вот, и ознакомиться, и подписаться на мероприятие, чтобы его не пропустить.
Тож запам'ятали, позначили собі в календарі 6-7-8 березня Музей українського живопису. Буде там перформативна серія і складна розмова. Я маю надію, що вас вона побудить розказати і свою історію. Альона Загребельна була на сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо, що прийшла, поділилася, що піднімаєш такі важливі питання для нашого суспільства. Спасибо вам. Приходьте, приходьте, змінюйтесь і змінюйте свій внутрішній світ, тому що вже варто не мовчати, не замовчувати, а говорити голосно, говорити відверто і нічого не боятися, і ви не бійтесь нічого.